Дмитрий Бутеров – это популярный рыболовный видеоблог, который ведет Дмитрий Бутеров. Если вы любите рыбалку и хотите знать о ней больше, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Всем привет! Сегодня я покажу одну первоклассную насадку. Она состоит из белого обжаренного хлеба. Плюсы данной насадки заключаются в том, что, во-первых, она имеет ароматизатор, это растительное масло. Добавок ко всему сидит достаточно крепко на крючке. Крючки я использую большие, поэтому покажу на больших крючках. Делать это можно как на рыбалке, так и дома. То есть, все, что нам нужно теперь, это жареник, просто порезать на кубики. Вот так. Под наш крючок. Так как крючок большой, поэтому сильно мельтешить здесь не стоит. Ловить можно как на удочку, так и на фидер. Как, в принципе, летом, так и осенью. Добавок ко всему, при обжарке хлеба в растительное масло можно добавить, допустим, укроп или чеснок. Тоже, как говорится, плохо не будет. Насадочка будет иметь достаточно хороший вкус. Нравится всей рыбе, в том числе и лещику. Насадим насадочку на крючок и попробуем издернуть. Вот я насадил и, взявшись одной рукой за крючок, другой за насадку, тяну в разные стороны. То есть, я это все говорю к тому, что при ударе об воду не следит. Для того, чтобы сдернуть такую насадку, нам понадобится приложить, в принципе, усилие. То есть, если в фидерной ловле мы на крючок нацепим, то когда кормушка войдет, следом войдет поводок с крючком. Сейчас давайте еще разочек нацепим и попробуем еще раз сдернуть. Рвать, конечно, можно все сорвать. Что я в том плане, что при ударе об воду, обычный хлеб или, там, например, кусок теста, надо использовать пружинку, иначе на крючке просто при ударе об воду, она все это дело отлетит. То здесь, когда мы одеваем вот кусок хлеба на крючок, жареник, точнее, он имеет такую весьма прочную консистенцию, тянуть надо это самое и прикладывать усилия. То есть при ударе об воду, я это про то и говорю, вот, не слетит. В отличие от простого хлеба. Вдобавок ко всему, имеет разного рода ароматизаторы. Напомним, при обжарке хлеба можно добавить как укропчик, так и чесночок. Тоже хуже не будет. Спасибо, что посмотрели наше видео. Мы надеемся, что оно было для вас полезным и интересным. Если вы хотите узнать больше о теме нашего видео, подпишитесь на наш канал и поставьте лайк. Также не забывайте делиться нашим видео с друзьями. До новых встреч!